Луганск оказался под обстрелом. Украинская артиллерия наносит удары по окраинам города. Сейчас на прямую связь со студией Life News выходит наш специальный корреспондент в Луганске Евгения Змановская. Жень, здравствуй. Расскажи, пожалуйста, какие последствия этого обстрела? Здравствуй, Элина. Действительно, 30 минут назад по Луганску был нанесен первый артобстрел. Предварительно работала система залпового огня «Ураган», и было 4 попадания. 2 из снарядов не разорвались, а один попал в частный сектор, в крышу жилого дома. Там пострадал мужчина. Также недалеко от этого места, в районе ЖД-переулка, 4-го ЖД-переулка, снаряд попал в складское помещение. Там сейчас работают сотрудники МЧС, потому что там возник пожар. А также один из снарядов перебил газовые сети. По информации, пострадало примерно 6 человек. Несколько из них сейчас уже экстренно оперируют в Луганской областной больнице. По информации силовых структур Луганской Народной Республики, огонь ведется, артобстрел ведется с северного направления. Как раз там находится город Счастье. Там уже больше недели украинская армия пытается прорвать оборону ополчения. И вот пока мы сейчас с вами разговариваем, отчетливо слышны новые отголоски снарядов. По звуку похоже, что работает система залпового огня «Град». На самом деле нам нужно сейчас уходить уже в укрытие. В ближайшее время мы обязательно с вами свяжемся, как только станет безопаснее, и расскажем о последствиях. Надеюсь, новых пострадавших, тем более жертв, не будет. Элина. Да, Жень, конечно. Берегите там себя, пожалуйста. На прямой связи со студией Life News из Луганска была наша специальный корреспондент Евгения Змановская. Украинская артиллерия сегодня нанесла удар. И вот еще один, судя по всему, наносит в эти минуты удар по Луганску. Как минимум 6 человек пострадали.